Друзья мои, это первый выпуск программы Soul Kitchen. Это душевная кухня, душевный разговор. И сегодня в гостях первый гость на этой программе Сауле Ернеязова. Друзья, давайте поаплодируем, поддержим аплодисментами. Спасибо, спасибо, друзья. Мы абсолютно вас сейчас не слышим, ваши аплодисменты, но видим ваши улыбки, видим, как двигаются ваши руки, и это замечательно, это хорошо. Друзья мои, проект Soul Kitchen предусматривает собой беседу с интересными людьми, с людьми известными или неизвестными в Атырау. Если люди известные, мы их приглашаем для того, чтобы узнать о них побольше. Если люди неизвестные, мы их приглашаем для того, чтобы узнать о них все. Сегодня у нас в гостях Сауле Ернеязова, я еще раз повторюсь. Спасибо девушка большое. Исключительных качеств, девушка разносторонне развитая, впрочем, обо всем по порядку. Мы обязательно побеседуем, мы узнаем, чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь, чем вы дышите, как вам живется в городе Атырау. Не будем говорить о том, как в городе Атырау дышится. Да. Нет, почему? Дышится очень великолепно, особенно в этот вечер. Я хотела бы, пользуясь возможностью, поблагодарить организаторов за такую предоставленную возможность. Это честь для меня, то, что я являюсь первым гостем, и неожиданность. Всем доброго вечера, тем, кто в зале сейчас, пришли поддержать меня, тем, кто у нас по ту сторону экрана. Мы находимся в самой настоящей живой кухне, где все шипит, все бурлит, что-то отбивает. Да. Но это замечательно, это задает такой рабочий настрой. Вот. Поэтому сегодня мы будем готовить для вас пасту с креветками. Так. И зеленым горошком. А еще, возможно, с помидорами черри, потому что я сейчас увидела здесь все-все-все изобилие овощей, зелени. Я думаю, вот как это можно не использовать? Поэтому будем немножечко экспериментировать. Я думаю, у нас получится, Дамир. Я тоже на это надеюсь. И, друзья мои, пока мы только начинаем, пока мы еще не начали готовить, давайте наградим аплодисментами тех людей, которые уже готовят, тех людей, которые на ваших глазах готовят вам самую, пожалуй, вкуснейшую еду. Мы хлопаем. Аплодисменты за всех, им. Друзья, спасибо вам, господа повара. И начнем. Сегодня у нас паста с креветками, зеленым горошком. Что это за блюдо? Откуда оно пришло? Почему именно оно, это вот блюдо? Ну, вы знаете, это блюдо итальянской кухни. В этом ресторане, как я поняла, есть также и очень популярна итальянская кухня. И она очень гармонично вошла в нашу ментальность, потому что всем нравится, ну, большинству людей нравится паста. Я очень люблю морепродукты и подумала, что было бы замечательно, ну, задействовать любимые всеми многими креветки, у кого нет аллергии на них. Вот, почему паста? Паста – это вообще источник сложных углеводов, то есть это долго усвояемые сахара. А что это значит? Они нас наполняют энергией на долгое время, без вреда для нашей фигуры. Вот, поэтому я решила сделать нечто универсальное, то, что будет несложно, сможет повторить любая хозяйка на кухне. Ну, я думаю, что получится вкусно. Чудно, хорошо. Что еще? Еще мы будем готовить некий десерт. Вы знаете, это, ну, сложно назвать десертом, это некая пряность, сладость, которую я, можно сказать, немножечко изобрела, вдохновила меня кухня Дубай, арабская кухня. Она очень изобильна, как вы знаете, различными сладостями, десертами. Вот, нечто, что несложно также повторить. И то, что нас наполняет энергией, это наши курага, финики, фисташки. Вот, мы немножечко тоже поэкспериментируем, несложный, незамысловатый десерт. Чудесно, друзья. Итак, мы, пожалуй, начнем. Что нам нужно для приготовления первого блюда пасты с креветками? Да, но в первую очередь давайте мы поставим вариться нашу пасту. Так, у нас тут наши повара помогут. Так, я хотела сделать все сама, но видите, профессионалы своего дела меня оберегают. Сейчас мы поставим вариться пасту. Сколько обычно варится макаронные изделия? Ну, вы знаете, вообще, как в Италии, их не доваривают на наш вкус. Всегда на упаковке написано 8, там, 7 минут, 9 минут. Вот эта паста должна вариться 9 минут. Но вот на наш менталитет, да, на наши вкусовые пристрастия мы немножечко ее довариваем. Вот. Но сейчас мы выдержим именно то время, которое указано у нас на упаковке. Почему? Потому что мы будем ее затем обжаривать вместе с креветками. То есть это опять температурное воздействие, где она сможет доготовиться. Дополнительно. Да, 9 минут. Итак, так, ага,
Сейчас водичка у нас закипит. Большое Дамир, спасибо. Ну, у нас, да, свободное время, думаю, немножечко побеседуем. Хорошо, друзья мои, вот так взаимодействуя с нашими уважаемыми поварами, мы готовим, отвариваем макароны, если говорить по-простому, по-мужски. То есть по-женски это звучит. Мы готовим пасту. Да, да, да. По-нашему макароны. Асуля, будьте добры, расскажите нам, пожалуйста, откуда вы родом. Ага. Как и большинство, наверное, жителей этого города, мы, и Сауле, и я, понаехавшие. Да. Я с Астрахани. Откуда вы? Приехала я в этот город из замечательного города Усть-Каменогорск. Это Восточно-Казахстанская область, это сердце Востока, вот именно город, который стоит на устье двух рек. Замечательный город, граничит он с Китаем и с Россией, да? Замечательная природа, просто великолепная природа, буквально 20 минут езды и горы, леса, реки, знаете, такие панорамы. Я когда приехала впервые в Атырау, конечно же, был некий стресс. А где природа? А где воздух? Ну ничего, значит, с каждому региону свойственны какие-то... Да, ну, свои особенности. Специфика, да. Абсолютно Атырау верно. Это экзотическое место, где собраны, наверное, особенные люди не только с Казахстана, а с многих-многих-многих стран. Это придает ему уникальность. Атырау. Да, Атырау в этом... Он затягивает. Согласитесь, затягивает? Да? Скорее всего, да. Скорее всего, да. По первости, когда я приехал с Астрахани, тоже мне не хватало и зелени, и воздуха. Но со временем, свыкся. Со временем, не то что свыкся, уже стал родным и уже скучаешь. Да. Я раньше не понимал, как можно скучать. Прожить надо около 10 лет, и тогда ты понимаешь, что действительно скучаешь. Угу. Суле, я знаю, что ваш отец... Военный. А, ну да. Вы спросили, откуда я, да? Да, да, да. Я в прямом смысле поняла, откуда я приехала сюда. Вообще, да, мой папа является военным человеком. Человек, который, наверное, принадлежит всему миру. Родилась я в замечательном городе Москва. Какую-то часть детства тоже там была прожита. И затем начались наши путешествия по странам СНГ. Вот. Больше всего мне запомнилась, наверное, Чехословакия, потому что это были далекие 80-е. Я помню, как сейчас мы... Я была совсем маленькая, но вот эти вот воспоминания не настолько яркие, когда мама с папой, они копят весь день средства определенные, да, ну вот у нас от зарплаты до зарплаты. В советские времена люди жили так. Они копят средства к концу лета там или в начале лета, собирают все, закупают многочисленные подарки. И мы едем на родину, на Казахстан, всем дарить, ну, вот, различные моменты, которых, да, нет, да, здесь, да. Начиная прямо от сладости ящиками, заканчивая одеждой, сапоги мама везла, куртки, различные такие вот текстильные изделия, которые были у нас в диковинку. Наверное, вот, наверное, вот с той поры у вас привелась тяга дарить подарки. Ну, может быть, это как-то, наверное... детства, те впечатления, те эмоции, когда люди рады, они удивлены, ты вот, ты сама летаешь от этого ощущения, что ты людям даришь радость, вот у них глаза горят, да? Вот, то есть по прошествии времени сохранилось ли это чувство? То есть тогда это было в детстве, это было интересно, это было волнующе. Сейчас это сохранилось? То детское чувство? В том-то и дело, что да, я просто обожаю, когда... я могу быть чем-то полезной, удивить, подарить что-то кому-то. Не хочу показаться ханжой, да, но я думаю, даже мне порой, не порой, а всегда приятнее дарить подарки, нежели их получать. Вот это вот неловкое чувство какое-то, от которого нужно избавляться, да, когда тебе дарят, и вот тебе вот до сих пор как-то неловко, вот как-то вот... Я думаю, что любая женщина должна уметь принимать подарки достойно, как... Ну, женственно, да? Итак, мы не заговорились ли мы? Мы поставили, не мы, нам наши дорогие повара, шеф-повара поставили спагетти. Можно мне чем-нибудь, да, посмотреть? Итак. Ага. Отлично. Мне так, сейчас по времени нужна у будет нас как? Сковородочка. Сковородочка. Так, ну вот, мы накаливаем сковороду, мы используем, я вот очень люблю... всегда вот оливковое масло, экстра вирджин, да, оливойл.
мы сейчас чуть-чуть ее высушим. Слегка маслица подливаем. Вот так, да? Так. Вот. У нас оно пока накаляется. У нас креветочки уже готовы, они почищены. Нам понадобится буквально 2 головочки чеснока. Мы вот сначала его, знаете, таким волшебным образом надавливаем. Ой, хватит ли у меня сил? Однако вот хватило. Отлично. Сильная женщина, друзья мои. Еще какая, Дамир. Мы немножечко его измельчаем. Вы знаете, после надавливания, как правило, чеснок, он не такой агрессивный. Вот. У него такой более нежный аромат, чем нежели, когда просто его нашинкуешь. А итак, если нас... через чеснок, когда вилку его? Вот, нет, я думаю, то? Тоже будет нежно, потому что то же самое же давление. То же самое. Хотя нет, это вот. Ножом интереснее, да? Да. Ну вот, мы сейчас наши креветочки на сковороду, я думаю, сейчас будет пш. Пусть будет мы пш. Просто, да, тут молочко. Да, сейчас чуть-чуть. Итак, друзья мои, пока у нас варится наша паста на сковороду, на которой уже разогрето оливковое масло, мы выкладываем очищенные креветки. И вы знаете, мы добавляем чесночка. Очень важно креветки не пережарить. Вот они должны быть слегка вот розовыми, чтобы они не утратили своего вот изысканного вкуса. Мы добавляем чесночка. Мы то, есть, это... если мы, то есть, если мы обжарим креветки, как их обычно подают, до золотистого цвета, это уже будет не совсем... Нет, вот сейчас на данной стадии нам важно их не пережарить, потому что мы дальше будем их готовить уже совместно со спагетти. Не спагетти у нас паста. Паста. В виде спиралек. Мы сейчас вот поджарим их слегка. И буквально на глазах креветки приобретают нежный розовый цвет, который так любим нашими девушками, которые считают себя гламурными. Да. Мы сейчас откуда, уберем, кстати, немножко с огня. Не знаете, Суля, откуда пошел такой стереотип, что вот розовый – это цвет гламура? Почему так? Ну, вы знаете, я думаю, что гламур вообще... Ну, не ушло ли это понятие в кич какой-то? Я думаю, что это вот розовый цвет – это цвет детства. Это некоторая инфантильность. Есть такое вот дело. Вот те девочки, которые... Ну, я не хочу сейчас кого-то обидеть, да, но которые считают себя гламурными... Мне кажется, они немножечко либо остались в детстве, либо впадают в детство. Вот либо, поэтому, может быть, это цвет детства. Либо играют в детство. Да, 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 да. В тех девочек в розовых платьишках, там на каблучках. Так сейчас, секундочку. Просто иногда я видел уже солидных дам таких. Ну вот согласитесь, это как-то не совсем органично. Да, это не камильфо, явно. Сейчас мы немножечко все поперчим, посолим. Ой-ой-ой. Хорошо. Вот это надо почувствовать каждой хозяйке свою вот свою дозу. Перечницу и вот свою солонку. Да. Как это все дозируется, так скажем. Главное не переборщить. Лучше не до, чем пере. Так. Сейчас мы поперчили, посолили. Если бы у нас был розовый перчик, мы добавили бы розового перца, потому что он любит все морское, рыбку и так далее. Ну, у нас вот есть черный, красный перец, я думаю, достаточно. Теперь мы к нашим креветочкам для вот красоты, для цвета добавим немножечко зеленого горошка. Ну, вот, я думаю, горошек достаточно. Консервированный? Нет, ни в коем случае. Свежезамороженный. Свежезамороженный горошек. Свежезамороженный горошек. Вот я специально убираю с плиты, потому что сковорода у нас такая основательная. Уважаемые чугунная. Друзья, вот здесь на кухне до этого было многообразие запахов, все готовят, но вот после того, как Сауле встала к плите и запах пошел именно от Саулешиной сковороды, буквально вот потрясающий. Так. Ну все, Дамир, я думаю, от вас не уберечь наши креветки. Так, сейчас мы креветочки вот обжарили. Так. С момента нашей пасты, да, варки, сколько у нас примерно прошло? Примерно, ну вот примерно 10 минут, наверное, и прошло. Прошло, да? Да, скорее ну, всего. Ну хорошо, вы знаете, мне нужна будет небольшая емкость, чашечка. Можно как вот для чая, вот что-нибудь, чашечку. Вот это я уберу с огня пока, чтобы у нас не пережарилось. Для чего? Мы сейчас возьмем немножечко воды. Так. Для того, чтобы затем ее использовать для соуса. Вот такой вот прием. Именно так. Мы все это сливаем. И вот тут очень важный момент. Мы ставим это на плиту. Снова и на огонь. И добавляем пасту сюда. Да?
сюда кидайте. Ага, все. Вот, отлично. Я вот переживала, что у нас все не уместилось, и очень даже органично. Мне, пожалуйста, можно чуть-чуть соли и перца? Конечно. И вот здесь у нас все это доготавливается. Это перец. Так, к сожалению, не знаю, как тут регулировать мощность плиты. Опа! Насколько я знаю, вы сторонник здорового питания. Ну, не то чтобы ну. Да, я абсолютно не приемлю фастфуд лично для себя. Также я не очень люблю жирное, вот такое вот жареное, мучное и красное мясо. Не потому что как-то какие-то принципы, но потому что мой организм как-то отказывается его принимать еще с детства. Я люблю курицу. Я люблю морепродукты, но вот как-то мясо... Красное мясо? Да, я не ем, мясо. Подождите. Красная рыба входит в эту категорию? А, нет. Мясо, телятина, баранина, свинина, говядина, ну что ну, там никак. Еще? Нет, я не ем. А рыба полностью? Рыба, да. Даже красная? Классно. Но я больше люблю лосось. Лосось? Да, мне кажется, он вкуснее, как ни странно. И я не люблю икру. Не любите икру? Очень удивительно для вот всех местных жителей, потому что они выросли на этом. Я с детства не очень знакома с этим продуктом. Поэтому, как бы, можно сказать, только познаю и прививаю какие-то себе вот навыки поедания икры. Друзья мои, давайте поаплодируем человеку, который не любит икру. Очень редкий человек у нас в Атырау. Честно признаться, здесь я с вами единомышленник. Наверное, потому что я сам волжанин. У нас на Волге, так же, как и здесь, на Урале, в свое время было очень много этой самой икры. Наверное, в детстве я просто тупо переел. Наверное. Угу. Так, мы сейчас вот... Я просто стараюсь не прозевать тот момент, но я думаю, как бы у нас еще есть время. Креветочки у нас еще такие, беленькие, слегка по бокам. Очень хорошо будет, если они протушатся. И я хотела попросить вилочку, все-таки любая хозяйка, я думаю, должна взять хорошо. На пробу. Это так. Только самые высокопрофессиональные мастера, шеф-повара, могут и пробуют, да, готовить пищу. Я к ним не отношусь, поэтому мне нужно перестраховаться. Знакомо ли вам такое чувство, что когда вы готовите что-то, и в процессе приготовления, попробовав все, когда уже придут гости, аппетита нет? То есть вы уже и надышались этими запахами, и что-то покусочничали, попробовали. Абсолютно верно. Я думаю, это знакомо каждой хозяйке. И, наверное, это неспроста, потому что когда хозяйка встречает гостей, она, как правило, не имеет возможности сидеть и как бы, наслаждаться кухней. Ой, как жарко, друзья. Да-да-да. Я сейчас сгорю. Мне нужно... И все гости, я знаю, говорят, что ты бегаешь-то? Давай, присядь с нами, да. Посиди. Им не понять, что нужно, чтобы у всех были чистые тарелки, чтобы у всех всего хватило, что нужно налить чай, что нужно там, как бы... хозяйка, я думаю, поймет. Друзья, мне можно чуть водички? Да? Чтобы у нас очень сильный огонь, видимо, на плите, да? Я переживаю, чтобы у нас не... И горело. Выглядит чрезвычайно аппетитно и красиво. Да. Но цветовая гамма очень изящная. Значит, я все-таки хочу, чтобы креветочки у нас доготовились. Поэтому. Ох! Польем водичкой и заново отправим на плиту. Оп. Итак, Суля, скажите, находясь здесь, в Атырау, вы нашли себя во многих увлечениях, не знаю, как это назвать, увлечения, профессии, потому что я знаю вас как человека разностороннего. А, да? Это и фитнес, наверное, назовем это в первую очередь. Все вас знают как фитнес-тренера. Может быть, вы сами назовете, как это правильно называется, потому что там много всяких разных подразделений, и я боюсь ошибиться. Скажите сами. Вы знаете, я, приехав сюда, нашла свое действительно призвание, за что я благодарна этому городу, да? Когда еще я училась в школе, когда я училась в университете, я осваивала параллельно вот эту профессию фитнес-инструктора для женщин, да, занятия для женщин. Находясь еще в школе, мне было 15 лет, у меня была первая группа из 30 женщин, а затем их было 4. Вот, приехав в этот город, я по специальности, я сама по первой специальности психолог, именно психолог.
технология, маркетинг, реклама и все такое, да, вот масс-медиа. Приехав сюда, я работала по специальности, занималась маркетинговыми планами, работая именно с пиар, с рекламой, вот. Затем и параллельно вела тренировки. Я арендовала залы и занималась именно вот своим хобби. Одну секундочку. Вы говорили, что у вас была группа, своя группа. То есть вам было 15 лет, и вы тренировали уже взрослых женщин. Да, я потому что занималась сама как клиентка, но меня заприметила руководитель клуба. Она мне предложила, я, конечно же, согласилась, меня обучили и верили. Но я помню очень такое чувство ответственности обостренное. Я очень переживала, чтобы не подвести, чтобы оправдать надежды всех этих замечательных женщин, которые пришли вы в надежде. Вы говорили о том, что их было 30, потом их осталось четверо. Их осталось четверо? Нет. Затем было 4 группы. А, 4 группы, да, то есть одна группа 30 человек, да. И потом еще 4 группы. Да. У меня я думал просто, свободное. Что сначала было 30, потом 4. Думаю, они или убежали, или не выдержали. Минуточку, Дамир, я прошу прощения, мне нужна большая ложечка. Сейчас такой кульминационный момент. Мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы добавим нашу пасту, да-да, сметанки. Так, где у нас именно сметана, где творог? Жирная или сметанка? Вот я попросила, чтобы она была с минимальным процентом жирности. Хорошо. Хотя это миф, и также творог, говорят, чем он больше жирности, тем больше пользы. То есть содержится кальций и так далее, все обезжиренные творога, они пустышки. Но несмотря на это, я все-таки, спасибо большое, я все-таки предпочитаю, спасибо. Извините, я должна вот попробовать. Извините, где именно у нас сметанка, где у нас творог? Отлично. Вот профессиональный глаз повара. Консистенция просто. Да, Дамир, ну вот смотрите. Всего лишь там 3 ложечки больших мы добавим. Я думаю, это не грешно. Но зато какой вкус. Вот мы вот так вот добавим и размешаем. Она прекрасно Можно сливается. Ли вкушать это блюдо тем людям, которым запрещено, по идее, кушать после 6? Вы знаете, я вот, да, сторонница правильного питания. Я уже более 15 лет, да, в сфере фитнеса, но я считаю, что все нужно делать с удовольствием. Никакие диеты, резкие ограничения, они не будут полезны и благотворно влиять на ваше психоэмоциональное состояние, на вашу фигуру. Если хочется, чуть-чуть для удовольствия надо. То есть вообще правильное питание, оно должно быть образом жизни. Это не то, что там сел на диету, я вот сейчас похудею до какого-то там периода и все, опять вспомню, как я там пирствовал. Да. Ну, это не совсем правильная позиция. Организм привыкает, он знает, что ему нужно, и он отчленяет затем, как бы, ну, все, что лишнее. А вот такое, я думаю, можно. Один фитнес-тренер мне сказал, дал очень хороший совет. Вот смотри, Дамир, ты хочешь покушать торт. Ты на диете, ну не на диете, на правильном питании, ты занимаешься, это лишние калории, ты это все прекрасно понимаешь, но ты хочешь съесть этот торт. Не ограничивай себя, не делай организму стресс, не создавай стресса. Отрежь кусочек небольшой, маленький и съешь. И пока ты его будешь есть, пойми, что весь оставшийся торт точно такой же вкусный. То есть, если ты съешь больше, он от этого вкуснее не станет. А как раз таки наоборот. У вас появится чувство вины, чувство вот неудовлетворенности, чувство там как бы, ну, и самобичевания. Этот совет чрезвычайно помог, потому что было понятно, да, вот этот торт вот такой на вкус. Все, в принципе, можно уже на этом закончить. Это правильные слова. Я думаю, не надо ни в чем себя категорично ограничивать. Так, сейчас мне нужно будет чуть-чуть базилика. У нас есть, да, базилик? Так, отлично, вот у нас. Хорошо. Мы прям вот так руками его порвем для вот такого вот, знаете. Я тоже, Дамир, давайте, свою лепту внесу, да, потому что я, в принципе, стою и ничего не делаю. Вы беседуете. Слово несет мощнейшую энергию. Я вот часто об этом говорю и на тренингах, и вообще самой себе. Почему? Потому что именно слово обладает... как вам сказать, той мощной энергии, которая у нас работает и на подсознательном уровне. Ну, я думаю, все. Хорошо, наши а вот... как научиться мыслить позитивно? Вот есть такие люди, да, которые, ну вот все плохо, все вот, ну, нехорошо. Дамир, вы знаете, это вот можно, наверное, обсуждать и обсуждать. Почему? Потому что сейчас как раз, да, вот к слову, да, мы с супругом занялись
некой интересной инновационной технологии, именно определение человека, да, изучение человека. Есть такая наука, с 1852 года была основана наука дерматоглифика братом Чарльза Дарвина, Гальтоном, да, что у нас папиллярные узоры на наших пальчиках, они не повторяются в природе, да. Они не изменяются с момента рождения, да, до самой смерти. Так. Так вот, эти папиллярные узоры, то есть наши отпечатки пальцев уникальные, они очень-очень взаимодействуют с нашей нервной системой. То есть, в зависимости от того, на каком пальчике какой у вас узор, вы относитесь либо там, к холерику, сангвинику, флегматику, меланхолику, и вот прочее-прочее. Да. И даже сейчас вот генетик-тест, который нами привезен вот в город Атырау, в том числе, и мной уже апробирован на людях, у меня вот такие глаза были сначала. То есть я не могла поверить. Все равно я была настроена скептически, как психолог, да, по образованию. Как это может быть? Но на самом деле, самоопределение там, темперамент, какие-то там характер именно личности, спортивные достижения, болезни, то есть вот хронические, да, они у нас вот тут отражены. И я то вам есть... это докажу. Я вас приглашаю пройти генетик-тест и понять, кто вы по призванию. Ой-ой-ой. Да. Вот поэтому как бы к тому, что вот вы говорите, да, счастлив или несчастлив, да, человек. Вот счастье, я думаю, да, это все-таки зависит от наших внутренних особенностей, психологических черт. Но этому можно учиться. Счастье – это безусловное счастье должно быть. Это самоощущение, это мировоззрение человека. Надо это воспитывать в себе. Учиться радоваться, учиться быть благодарным. Это несложно. Это окрыляет, это делает вас сильнее. Это наполняет жизнь смыслом. Поэтому это легко. Быть счастливым легко. Легко, в том-то и дело. И... Главное начать. У нас готово, да, вот что мы должны вот с этим... Давайте протестируйте, пожалуйста, Дамир. Хорошо. Готово ли, не готово? Потому что мне очень важно ваше мнение. Соль, как... значит, мне надо креветочку вместе с пастой и зацепим еще кусочек базилика для полноты ощущений. Да, вот там хвостик надо, наверное, убрать. А как же нам его убрать-то? Вот прям за него возьмитесь и... Хорошо. Итак, друзья мои... Это тигровые креветки, паста с тигровыми креветками по рецепту Сауля. Да, ну вот не было возможности, конечно, это все опробировать ранее, но вы еще живы? Он жив. Дамир гурман, предупреждаю сразу, ему не угодишь. Ребят, это здорово. Девчат, это надо попробовать. Давайте поаплодируем Сауле. Это вот я бы даже хвостик съел, но это будет вообще некрасиво с моей стороны. Спасибо, спасибо. Простите. Друзья мои, приготовьте свои ладони для аплодисментов. Буквально через несколько мгновений мы вынесем это блюдо в зал для того, чтобы многие из вас могли попробовать. Я не знаю, может быть, тем и не достанется. Добрый вечер еще раз. Друзья мои, встречайте, это Сауле. Вот аплодисменты теперь живую. Блюдо практически готово. И небольшая ремарка. Как вы знаете, 10% от сегодняшней выручки ресторана «Берег» пойдет на благотворительные цели. Мы хотели бы дополнить этот фонд и с аукциона пустить два этих блюда. Ох, боже ты мой. Начальная цена 1000 тенге, друзья мои. Давайте, прямо сейчас. Вот, если вы не против, я отсюда подставлю. Итак, блюдо, приготовленное Сауле Ернеязовой, 1000 тенге. Мужчина. Хорошо, мужчина в голубом. Кто даст больше? Сколько? 2000. 2000 дает мужчина в голубом здесь. Такой большой, крупный мужчина. Хорошо. 2000 за одно блюдо, за одну тарелочку. Хорошо, хорошо. 2000. Кто даст больше? 3. Дают 3. Дают 3000. 4000. 4000. 5000 дает Руслан. Уступи, я тебе приготовлю дома. Беспокоитесь о семейном бюджете? Нет, нет, я как бы... Хорошо, итак, гость. Сколько? Сколько? 6000 увеличивает. Молодой человек, 6000. 6000, раз. 6000, два. 6000, три. Продано. Итак, друзья мои, позвольте вам презентовать. И еще раз давайте поаплодируем молодому человеку, который за 6000 приобрел
блюдо от Сули Ярниязовой. И, как вы знаете, эти деньги пойдут на благотворительность, как и 10% от выручки за сегодняшний день. Есть у нас еще одно блюдо, блюдо дубль, точно такое же, с одной сковородки. Начальная цена 1000 тенге. Девушки, будьте активны. Все уже остыло. Хорошо. Сколько? 2000. 2000 раз. 2000 раз. Ну, кто еще? 2000... Я даже не попробовала. 5000. Точно? 5000. Раз. Пара. 5000. Два. 5000. Три. Друзья мои, аплодисменты. Ай-яй-яй. Прекрасно. Чудесно. На благие цели идут деньги. Будьте добры, подойдите, пожалуйста, возьмите сами и... Ну вот, да. Давайте, давайте я сам возьму. Нет? Нет? Кто? Сами, вот, сами, вот, сами. Наверное, вот, у нас... Да, давайте официантам поручим это дело. Спасибо вам большое. Итак, друзья мои, мы продолжаем. Это программа Soul Kitchen, душевная кухня, душевный разговор. В гостях у нас Суля Ярниязова, как было заявлено в социальных сетях «Человек Вселенная». Мы много познали сегодня. И вопрос, который я хотел бы задать вам еще раз. Перед тем, как мы приступим к приготовлению десерта, десерта по вашему рецепту, с нотками... арабской кухни. С нотками арабской кухни. Энергия, о которой вы так много говорили, и употребляю, кстати, такие термины и выражения, что у меня вот здесь вот прям область мозга вспухла, наверное. Там были и протоны, и электроны, и прочее. Но, тем не менее, энергия. Вы берете энергию откуда? Вы знаете, меня, наверное, на данный момент вдохновляет любовь. Я думаю, всегда людей вдохновляет любовь. Это потому что, наверное, такое волшебное, крыляющее чувство. И я хочу сказать то, что я, наверное, нет дня, когда я об этом, конечно, не говорю. Хотя, может быть, и надо, да, вот мы живем, век живи, век учись. Но я благодарна Всевышнему за то, что он мне подарил возможность встретить человека, которого я люблю. Знаете, Дамир, если вот между нами не совсем девочками, но все же, я думаю, у каждого человека наступали в жизни такие моменты, когда он не то чтобы разочаровывался в жизни, но он переставал верить в какие-то такие сакраментальные ценности, да, любовь, доверие там и так далее. У меня был такой период, когда я подумала, что, наверное, нет любви. Озираясь вокруг, как бы, смотря на других людей, да, на то, как складываются отношения. Да. Может быть, неудачные были у других людей. Да, и когда ты вот на этой волне, всегда притягивается, да, вот что-то такое, наверное. Я понимаю, что есть же как бы такие пары счастливые, но на тот момент как бы это все вот было в таких серых тонах, и я сказала себе, ну, ладно, и так прекрасно, но это было... Не развился ли в вас цинизм? Начал. Свои вот какие-то зачатки и так далее, может быть, да, но я все равно очень открыта, да, и все равно, наверное, та потребность именно в любви, да, и она на тот момент именно все это произошло, когда мне это было необходимо, и вот я встретила свою половину, я очень благодарна Всевышнему Вселенной, благодарна Ему, что Он мне встретился, Он вновь меня встрепенул, заставил поверить, вот прям вот так заставил, что вот нет, вот есть любовь, и то есть ты можешь мне доверять и вот все прочее, да. Это было очень красиво, это было все романтично, хотя я уже перестала верить в эту романтику. Это было все быстро, насыщено событиями, и это сейчас дарит мне энергию. Мне дарит энергию чувство полета, когда ты создаешь нечто новое, когда ты можешь быть полезным кому-то. И это не просто я абсолютно, знаете, сейчас вот всей душой искренно, потому что я думаю, что каждый человек, он все равно ощущает тот драйв, когда ты делаешь пользу, когда ты создаешь что-то нужное людям, когда ты полезна. У каждого человека должна быть миссия в своей жизни. И я думаю, что какие-то материальные блага, они приносят какое-то временное, да, чувство удовлетворения. То есть, хоп, наживо, насытился. А что потом? Вот это все, это мишура, это временно, это бренно. А когда ты находишь именно ту ценность, именно свое призвание, тогда тебе не страшны никакие невзгоды. Ты ведом, ты счастлив, ты в полете. Между любовью и доверием стоит знак равенства. Конечно.
И вы, то есть, любовь – это такая штука, что можно доверить своему любимому человеку пароль от социальных сетей? Конечно. Конечно. Друзья мои, кто из вас доверит своему любимому человеку пароль от социальных сетей? Поднимите, пожалуйста, руки, кто доверяет. У нас нет паролей, ну, как бы, или, да, всегда открыты. Хорошо. Я почему заговорил о паролях? Потому интересно, что современный мир, он достаточно насыщен интернетом и все, что с ним связано. Информационное поле, да. Да. И у каждого есть свое личное пространство. У влюбленных, по-моему, оно одно. Да. И в жизни, и в интернете, и впрочем. Более того, когда мой супруг Руслан на время покидал там по каким-то причинам, да, соцсеть, вот тот же самый, допустим, Facebook, да, который для меня является окошком мир, и не просто там, да, вот какой-то демонстрация чего-то и так далее. Это мощный объем информации, который я получаю, потому что, ну, сейчас очень такой ритм, график очень загруженный, и вот какие-то новости, какие-то события о близких людях, которые, ну, друзья в других городах, ты как будто бы с ними рядом. И когда он вышел из соцсетей, я почувствовала, немножко мне стало скучновато. Вот вроде как я поделюсь, я знаю, что он увидит, как бы потом что-то вот обсудить, а тут его нет. И как будто бы у меня какая-то отдельная жизнь. Вот это парадокс, я не знаю, плохо ли это или хорошо, что мы так зависимы, да, от соцсетей. Но вот более того, вот у нас как-то вот сплоченность даже на этом уровне. Я говорю, вернись, скучно без тебя. Вернись. Да, даже здесь. Вот. Итак, от любви непосредственно... К делу. Да, к десерту. Любовь, десерт, по-моему, это очень близко. Про любовь можно говорить много. Сейчас мне вспомнился Пифагор, тот самый знаменитый. Он был не только математик, он был еще и философ. И, если мне не изменяет память, именно Пифагору принадлежит такое высказывание, что любовь – это теорема, которую надо доказывать каждый день. Да, Дамир, вы знаете, абсолютно с вами согласна. Любовь, она окрыляет, да, она дарит смысл, надежду, но я... Что, знаете, любовь я не требует циник, взамен? Я не верю в идеальную любовь. Я думаю, любая супружеская счастливая пара, она прошла какие-то испытания. Все непременнейшие. Да, и именно как они вышли из этих испытаний, преодолев их, и говорит об их чувстве, тем сильнее стала их любовь. Это с всегда достоинством работа. Вышли. Да, это всегда взаимопонимание, умение слышать, слушать. Это надо умение прощать. Развивать, да, прощать, именно сопереживать, умение находить компромиссы. Это то, что нужно чему учиться в любви. Но здесь я не могу отметить одно. Очень важна именно, да, женская позиция и то, насколько ты находишься в гармонии с собой. Понимаете, если человек крайне где-то недоволен собой, он не в ладу, да, где-то какие-то моменты его, ну, поедают его энергию, он не может безответно, он не может безусловно любить, потому что он всегда пытается компенсировать. Вот что самому не хватает, он пытается вот-вот-вот-вот от любимого человека урвать. Поэтому прежде всего, когда вы находите гармонию с самой собой или с самим собой, когда вы чувствуете вот бытие, мироздание, вам хорошо и наедине. И можете тогда найти дарить гармонию, да, и со своим любимым вы человеком. Вы можете дарить эту любовь, вы можете любить по-настоящему. Вот, наверное, это важно. Находить и искать корни всего того, что происходит в паре, в себе прежде всего. Я прошу прощения, что вы делаете? Вы так рассказываете? Что вы делаете? Вы знаете, я вот нарезаю нашу курагу. Всеми любимыми, да, кубиками. Ага. Она очень полезна для женщин, так как она содержит такие вот вещества, которые на эмоциональный фон хорошо влияют, на фигуру нашу в умеренных количествах, так как она очень полна углеводов, полезных. Вот, хорошо. Мы ее режем. Я просто решила курагу добавить немножечко в начинку, не добавляя сахара. Начинка у нас будет творожная масса с низким содержанием, опять-таки, жира. Ну, пока так только 9 такая нашлась, то что вот она, знаете, что была однородная. Я, друзья мои, хотел бы еще несколько слов сказать о Сауле, но прежде я не хотел бы проводить никаких аналогий, но тем не менее, просто очень яркий такой пример. Знаменитая актриса Рената Литвинова, знакома ли она вам, ее творчество? Параллель, конечно, знакома. Я сейчас все объясню. Да. Актриса, несомненно, очень своеобразная. И первый раз, когда я ее увидел, я подумал, что это типичная женская игра.
типичное жеманство, в которое она вошла и выйти из него не может. И поначалу меня это, ну, несколько раздражало, как самого обычного среднестатистического мужчину. Затем, когда я начал уже смотреть за ее следить за ее актерскими работами, режиссерскими работами, затем, когда увидел некоторые ее передачи и интервью, я понял, увидел и понял, что да, она такая на самом деле. Я слышал, то, что о вас говорят, то, что якобы это все вот наигранное, и это ослепительная улыбка, и этот благожелательный тон. Да. И вот ваше мировоззрение, это вроде бы как игра. Естественно, я никогда не доверяю слухам. Я проверил долгим общением с вами. Мы знакомы уже... Сколько лет? Много. Лет 8, наверное. Да. Это точно. Точно, да. И понял для себя, что... Ну, конечно, не через 8 лет, я это понял гораздо раньше. О том, что вы и есть на самом деле такая. Спасибо большое. И для меня это было чрезвычайно удивительно, потому что это большая редкость, правда. Спасибо. И для меня, как для мужчины, было еще большим удивлением, я вам об этом говорил, когда я узнал, что вы практически не употребляете табуризированную лексику. Суре, по крайней мере... Сейчас мои друзья будут смеяться. Неужели они это слышали? Нет, они наоборот как бы смеются над тем, как я ругаюсь. Друзья мои, Суре не матерится. Практически. Не практически, а вообще. Вообще, друзья мои. То есть воспитанный человек — это тот человек, который, даже ударив себя молотком по пальцу, скажет мне: ай-яй-яй, какая со мной неприятность произошла. Ну, действительно, то есть если вот что-то, вот ушибли мизинец о спинку кровати, неужели ничего? Ну, Дамир, я не знаю, я правда честно удивлена, почему это вас удивляет. Потому что, ну, видимо, я вот сколько живу, сколько мне лет, у меня никогда не было таких вот, ну, порывов. Что-то, ну, это не совсем знакомая мне лексика. Может быть, я не знаю, правда. Может быть, это воспитание. Может быть, никогда не было каких-то усилий, чтобы себя сдержать. Так же, как с алкоголем. Я в мало знакомых кругах предпочитаю говорить, что я там, ну, либо лечусь, либо еще что-то, когда начинаю насильно. Не хочется всем подряд... Любовь и водку не навязывают, друзья мои. Да. Пожалуйста, не надо. Да, потому что очень сложно, на самом деле, да. Вот вы были правы. Почему я не удивилась? Многие, я вижу реакцию в различных кругах, да. То, что всем кажется, что я как-то где-то, ну, жеманничаю, да, что вот нет-нет, я не пью и так далее, такая правильная. Поэтому я предпочитаю, что вот там где-то нельзя еще что-то, да. На самом деле, ну, это вот какое-то неприятие, мне никогда не было интересен ни один из напитков, более того, вот, ну, как-то вот так пошло, причем это не табу в нашей семье, то есть касательно моих сестер, да, они любят изысканные вина. Я их всегда поддерживаю, мои друзья, то есть никаким образом никак, но вот я, может быть, это чувствую, да, опять-таки нам организм всегда подсказывает, может, у меня действительно непереносимость, я не знаю, но вот никогда этого не... Так же алкоголь, так же вот, может быть, какая-то лексика, это ни в коем случае не какое-то, знаете, такой образ. Вот вы сказали, я задумалась, вот не раз мне говорили достаточно взрослые меня женщины о том, что... Мы видели тебя, Солиш, там со стороны, бегаешь там, вот. Нам всегда казалось, что вот у тебя там кто-нибудь, муж или молодой человек, который обо всем о тебе, то есть об твоем быте, обо всем твоем материальном там благополучии заботится. А ты вот такая вся там по салонам, да, там туда-сюда, но пообщавшись со мной, узнав реалии мои, будни и так далее, придя ко мне в клубы, да, в клубы, которыми я руковожу, и затем уже при близком общении, одна из которых стала буквально крестной моей дочери, вот, они поняли, они говорят: тебе такой стержень, да, не то чтобы я сейчас хочу как-то сделать себе комплимент, но я просто признаю, наверное, то, что во мне есть и некое такое, может быть, даже мужское начало. Я был свидетелем, невольным свидетелем того, как вы отчитывали подчиненного. Вот, это вот, было. Да. Друзья мои, а без этого абсолютно никак. Без употребления каких-то грязных словечек, Суле ледяным тоном говорила такие вещи, от которых у меня, человек, который стоял за дверью, просто вот я посидел вторым слоем. Боже, вот дважды мой, когда вот так это вот. Было? Было. Ну вот да, Дамир, вы знаете, когда ты руководишь человеком, даже одним человеком,
здесь необходимо, наверное, в каких-то ситуациях людей не перевоспитывать, а пытаться передать вот суть того, что это не, действительно это неправильно. Потому что где-то махнув рукой, послав его, уволив, мы не делаем добро, мы человека позволяем деградировать, но когда мы лишь пытаемся немножечко донести истину, да, потратив свое время, и он понимает, вы знаете, я всегда вот в вопросах доверия, да, сколько было новых начинаний, проектов, бизнес-проектов, всегда это соприкасается с людьми, и везде верховодит человеческий ресурс. То есть персонал – это все, особенно у нас в регионе. И на обжигалась я за 8 лет вот в фитнес-центрах, в рестораны был бизнес, были бутики женской одежды. Сейчас это центр детского раннего развития, что еще более ответственно. Вот это очень важно. Не опережающие, не да. надо, не надо, надо торопить, сами. Именно для этого потому возраста, что... то есть какие моменты должны быть развиты у ребенка, понимаете? Многие родители, потому что боятся опережающего развития, думают, не останется детства у детей. Вы знаете, Дамир, я хочу вам возразить, я тоже так считала, но когда мы открыли свои двери и заявили о себе, пошли гости, и я поняла, не важен достаток, вы знаете, люди со среднего, со средним доходом, да, они вот экономят где-то как-то, мы идем, конечно же, навстречу, да, если это двое детишек, мы делаем скидки, они не жалеют средств вкладывать именно в развитие детей. Это инвестиции в будущее. Понимаете, я уже рада, они осознают, что именно сейчас, в 10 месяцев, нужно ребеночка развивать, и это просто браво. Чудесно. Давайте поаплодируем. Спасибо. Итак, смотрите, Дамир. Да, мы отвлеклись, но отвлеклись на очень интересную тему. Вы кубиками такими средними, нарезали курагу, перемешали ее с творожной массой, нежирной. Не сладкой и нежирной. Так. И сейчас мы берем заранее очищенные от косточки финики. Так. Вот таким красивым образом. Дамир, это очень простой десерт. Я просто очень переживала, что у нас будет мало времени. И я решила все это упростить. Начинить. Да. Мы начинаем. То вот есть таким. Вы начиняете курагой с творожной массы финики, очищенные от семян. Вы знаете, что финики содержат кладезь витаминов и минералов. Они невероятно полезны. Когда люди держат пост мусульманский, да? Угу. Когда они держат уразу, они начинают вот аузашар. Да. Они начинают именно с именно фиников. С фиников. Почему? Потому что они компенсируют, то есть и запас воды, и железо, и, ну то есть все витамины, минералы. Чудесно. Поэтому. Так, я вам помогать, наверное, не смогу, потому что я это сама, здесь работа, да. Вы работа знаете, для Дамир, одного человека. Касательно вот доверия я хотела бы вернуться, да? Так. Касательно персонала. Вот жизнь учит, вот мы с супругом за наш недолгий совместно предпринимательский опыт не раз огорчались. А сколько огорчалась я до, обжигаясь. Потому что, как бы, я сама по себе очень открытый человек. И если я вот впускаю человека вот в команду и так далее, мне достаточно взглянуть ему в глаза и почувствовать, ну, как бы, свой человек или нет. И потом как-то вот я нараспашку, я вот знаю, что есть люди, которые постепенно как-то, да, вот себя контролируют, вот как-то что-то, уровни доступа, вот как. Я так не могу. Я вот все, я открылась. Как я, есть, так есть. Я впустила человека, да? И сколько раз было такое, что обжигалась. Я себе сама говорила, вот, Дамир, знаете, вот все, так нельзя. Нельзя так доверять. Надо вот постепенно. Даже вот касательно персонала, да? Но не получается. Вот и даже, ну, вот последние дни. И это, наверное, нас делает мудрее. Я думаю, наверное, не надо менять. Не надо менять вселенский там, да, там расположение планет, что вот я такая или вот так вот. Все нас учит, и надо извлекать, наверное, уроки из всего. Да, есть знаменитая такая мудрость, сказанная очень давно, о том, что каждый человек, хороший или плохой, является учителем. Совершенно верно. То есть от хорошего человека мы возьмем хороший пример о том, как надо поступать. Плохой человек, который нам встретился, покажет нам, как поступать не надо. И надо его поблагодарить. Да, по-любому учитель. Надо его поблагодарить за те уроки, которые он нам преподнес. Ведь мы становимся сильнее. Мы понимаем ценность жизни. Вот я знаю людей, да, вот многих, которые сетуют. Вот сложная жизнь, потеря близких и так далее. Да, Дамир, я могу с уверенностью сказать о том, что... Не то чтобы, конечно же, я многого боюсь в этом мире. Но, наверное, вот мудрость приобретенная, частичка ее, да, заключается в том, что...
Я мало чего боюсь в этой жизни. Когда ты теряешь, наверное, драгоценных близких людей, ты, ну, конечно же, сначала это больно, сначала это страшно, там теряются все цвета в этой жизни, да, и так далее, но затем ты учишься извлекать не то чтобы уроки истины, смиряться и понимать, что ты гость здесь. Мы гости в этой жизни, и тем драгоценнее становится каждое мгновение, здесь и сейчас. И ты осознаннее проживаешь эту жизнь. Что я сегодня могу сделать? Что я сегодня могу дать? Как я могу быть полезен? Как я могу стать лучше? И это не просто слова, да, это на самом деле то, что является стимулом к действию. Когда ты устал, когда у тебя на разрыв время, там, тут обязательства, а тебя вот именно питает то, что ты понимаешь, что время отведено немного, и ты становишься сильнее, и ты становишься мотивированнее. Итак, финики. Укомплектованы. Так. Сейчас у нас нужны нам фисташки и тепленький мед. Можно нам в чашечку какую-нибудь разогреть меда? Можно в микроволновке, можно на огне. Мы берем финики. Некоторые нам нужны будут цельными, а некоторые фисташки. Мы вот так вот... Ой, фисташки берем. Прощения, да. Фисташки. И... А мы вот так вот их безжалостно подавим. Наверное, так получится, я думаю. Я не знаю, но должно у вас получиться, потому что... Ага. Да, все вы знаете, Сауле очень-очень долгое время занимается фитнесом. Ну, я, знаете, Дамир... Начинала с различных направлений. Мое тело трансформировалось. Это была и степ-аэробика, это были силовые нагрузки. И я пришла вот именно к выводу, что нужно нечто иное для женщины, чтобы не переставать ощущать себя женщиной, а не грузным там мешочком мышц. У меня были такие квадрицепсы и так далее, да. И вот то и меня, наверное, вдохновило вот на создание авторской методики Second Wind, второе дыхание, в основе которого идет именно дыхание. Вот вы, наверное, видели маленькие ролики, да? Я сняла специально для тех, кто не может пока посещать зал по тем или иным причинам, кто-то с ребеночком, кто-то в силу графика, чтобы чуть-чуть вот поделиться опытом, потому что он действительно сокровенный, он эффективный для женщин. Вот. А у меня там все вперемешку: силовые, дыхание, растяжка и, конечно же, аффирмации. То есть вы автор... Да. Свои собственные методики. Конечно, вы не знали, Дамир, как может быть так? А видео не видели ни один? Видео видел, но не обратил внимания. Не обратил. Ну, потому вот что, я же говорю, грубый мужлан, который на все вот эти вот... Дамир, извините, а почему меня назвали «Женщина-вселенная»? А нет, потому что я являюсь автором тренингов для женщин «Ты есть вселенная». О, как! Я думаю, угу. Вот не так. Знал, не знал, теперь знаю. Все не просто так, все. Подождите, Суля, еще один вопрос. Угу. Не могу его не Можете задать, чуть... потому а, что вы, когда говорили о маленьких детках, которые к вам приходят в центр, я сам, которые с 18 месяцев заводят тетради вместе с родителями, да. И я вспомнил, что у вас есть такое направление, как грудничковое плавание. Да. Что это? В одном из фитнес-центров... Что же вы делаете с детьми? Да, Мир, вы знаете, это по всему миру практика уже много лет. Вот мы, к сожалению, чуть-чуть припозднились, но ничего, мы исправляемся. В Алматы это уже давно. Грудничковое плавание – это раннее плавание. И то у нас с 8 месяцев, в силу того, что у нас пока не те технологии. Я думаю, скоро мы это введем, хлорирование воды, да? У нас используется химия другого характера, которая необходима для детишек более раннего возраста. Детки плавают буквально с рождения, с 3 месяцев, в 4 бассейнах вместе с родителями. Я очень надеюсь воплотить эту свою одну из мечт. А у нас с 8 месяцев детишки плавают с родителями, затем с инструктором. Они уже ныряют, они учатся буквально за месяц плавать. А для чего это необходимо? Ребеночку вообще вода, она близка по своему происхождению, потому так скажем. Потому что он еще, у мамы. Он еще помнит. И это полезно. Закаливание. Это полезно для нервной системы деятельности, для вообще в целом организма, даже развитие мозга во всех направлениях. Это штука полезная. Впервые в Атарау мы запустили этот проект в прошлом году. Грудничковое плавание у нас Алексей Суслов, инструктор единственный пока в нашем регионе, который ведет его в фитнес-центре Ардагер. Это здорово. Это, я думаю, многие из тех, кто сейчас видят нас, те, кто будут смотреть нас затем на Ютубе, обязательно придут к вам и приведут своих деток, а некоторых даже принесут.
потому что маленькие совсем. Я думаю, что да. У нас для всех найдется место. Я чуть-чуть так для красоты сейчас вот так разложу фисташки, кто их любит. Они очень, вот из всех орехов, между прочим, очень ценны на витамины фисташки. Да, они очень калорийные. Я кое-что знаю про фисташки. 30 грамм фисташек в день для мужчины чрезвычайно полезны. Кладезь, кладезь, кладезь мужской силы. И так. И поливаем их теплым медом. Да, вот как-то. Я, конечно же, не шеф-повар, но я попробую что-нибудь здесь. Вот, ну, сейчас несмотря на то, что это блюдо простое, выглядит чрезвычайно аппетитно и здорово, и полезно. Очень красочно. И полезно, да. Никаких здесь сахаров, вот таких вот искусственных, никаких мучных изделий. Чисто вот такие сухофрукты. Можно было помельче фисташки, как бы это может быть. Ну, все здорово. Все по-домашнему. Здорово. Выглядит не хуже, чем дефлопе с семечками кацуса. Спасибо. Рецепт там был несколько иным, совершенно иным. Я вот на свое усмотрение буквально вот недавно дополнила, поэтому в интернете, я думаю, такого именно вы не найдете. Но я надеюсь, потому что всегда где-то что-то, конечно же, дублируется. Идея приходит в несколько мест одновременно, но тем не менее. Олег, друзья мои, ваши аплодисменты. Десерт от Сулей Ернеязовой тоже авторский. Эсса десерт. Тут же назвали мы таким именем. Авторский десерт от человека, который изобрел, придумал и воплотил в жизнь много своих проектов. И на все эти проекты Суле вдохновляет любовь. Мой муж. О как! Я имел в виду, любовь, она вот большая такая. А я сейчас сконкретизировала. Хорошо, локально так подошли к этому вопросу. Хорошо, давайте отдельные аплодисменты подарим Руслану. Человек сидит за окном, смотрит на все это действо. Дамир, вы знаете, я как дочь военного боевого генерала, да, я не могу сказать, что я согласна с той истиной. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это да. Это прописная истина, она доказана годами, поверьте мне, вот с Китаем, там, или путешествуя по разным гарнизонам, странам мира, общаясь с людьми разного уровня, я всегда вижу, что мужчина успешен тогда, когда за ним верная, боевая подруга, которая всегда, она и в плохих, таких серьезных ситуациях, да, в сложностях совершенно, когда нет условий, ничего, она рядом. И когда она на вершине, естественно, рядом, она является музой. Но и истина и в том, что женщина, она расцветает, она может быть музой только когда она чувствует любовь и заботу. Поэтому я думаю, что здесь вот такой вот, как инь-янь, симбиоз. Симбиоз, да, сообщающиеся сосуды. Ну что, отлично, это был первый выпуск Soul Kitchen. Уже все? Да. Я шучу, душевная, конечно, кухня, душевный разговор с Улей Ернеязовой. Спасибо огромное. Всем любви, всем благополучия и счастья. Мира и добра вам и вашим семьям. Ну и, конечно же, удачи во всем и везде.